Что тебе вот никогда не надоест? Чем ты любишь, чем ты увлекаешься? Ну, музыкой увлекаюсь. Бесконечно можешь слушать, петь. Слушать могу рок-н-ролл бесконечно. И играть в компьютер, и есть разную еду там. Вот что ты любишь в жизни больше? Вот чем ты любишь заниматься вообще? Что ты вот прям обожаешь прям танцевать, петь, плясать, мультики смотреть? Что тебе нравится больше всего? Мне мультики смотреть и плясать нравится, и на хореографии заниматься. И ты уже на хореографию ходишь? Да. Чем тебе не надоест никогда заниматься? Танцами. Вы хорошо танцуете? Угу. У нас было позавчера выступление. Красивое? Угу. Почему по хип-хопу. Почему не позвала? У моей мамы нету вашего телефона. Вот чем ты можешь заниматься часами напролет? Тебе это никогда не надоест. Что ты больше всего на свете любишь? Я люблю заниматься, поднимать гантели, лазить по лестнице, на кольцах качаться. Спортсмен? Да. Что тебе никогда вот вообще не надоест? Вообще, вот что тебе, вот чем ты можешь заниматься часами, днями? А если было бы время, может быть, неделю напролет? Решать елку. То есть бесконечное украшение елки. Это тот праздник твоей души, да? Я обожаю Новый год. Как же ты живешь 11 месяцев в нашей стране? Если елку украшаем раз в году, остальное время разбираешь и опять украшаешь? В течение всего года? Нет. Аппликацию люблю делать.